Всем привет, уважаемые зрители Драмик. Я кушаю. Не подавился. Скорый. Хоролок. Да. Да, хоролок. Да. И мы начинаем юбилейную серию. Вот смотрите на мини-карте, что у нас есть. Да. Красота. Да. И перед серией как бы хотел вкратце сказать одну важную очень новость. У нас здесь взорвался крипер и повредил вот эту прекраснейшую платформу, вот эти булыжники, факелы. Глупый, они все глупый крипер. Да, вот эти вот, видите, вот эти вот тросточки, вот тростинки, они тоже были повреждены, и бедненькие вот заново, видите, отрастают. Вот, такие вот кровожадные у нас криперы. Ну и числе прочего, также попали в зону действия какой-то гриб покоцан, и какая-то хуйня внутри, все. Так, пошли в следующую. Да. В следующую зону идем. Учитывая, что там был шмот, и взрыв был неожиданным, почти ничего не удалось спасти. Да ладно, не будем что там на каких-то мелочах там заострять внимание. И мы бы хотели вам показать нашу железную дорогу до Хоролуга, но я забыл вагонетки взять, Драмик. Или мы пешком быстрее дойдем. Зачем мы вообще эту дорогу построили? Сейчас, секундочку, я джетпак заберу. Я выйти не могу. Пропусти меня. Открой. Калитка, пропусти меня, пожалуйста. Желтая калитка. Опа. Пропустила. Какая калитка? Где калитка? Да, вот из нашей хаты. Ну чё, Драмик, ты где там? Идёшь? А, это... Педали смазываем. А у нас вот еще, смотрите, цветы здесь отрасти, видите? Красненькие. Чё, давай, кидай этот, как его. Колобки. Вагонетки давайте, взяли и вагонетку, поехали. Давай. Вагонетку? Да. Давай, вагонетку. Блин, он же второй раз пошел за вагонеткой. А ты чё первый раз ходил туда сейчас? Я не за вагонеткой ходил, а педали смазывать. На, вагонетку. А, давай. Да куда ты... Эти гроны не выпускают оттуда нас. А мне ты взял, нет, вагонетку? Я тебе взял вагонетку. Давай. Смотрите, теперь возникнет... Ой, давай я первый. Эй, я! Вагонетку оставь! Что вы употребляете? Подожди, он хотел уехать без меня и вагонетку не оставить мне. Давай, садись сам. О, все, спасибо. Догоняй! Ого! Смотрите, а он меня не сможет обогнать, кстати. Тебе надо новый двигатель. Я, конечно, не смогу. Зато я тебя смогу паркнуть, пока ты едешь. Сейчас мы это дело быстро прикроем, эту лавочку. У меня есть ПВО. Как она называется, этот? С-300 у меня. Там елка горит. Он ее догоняет. Отстреливаемся! Парень, я тебя достану! Блин! Не все из нас забрались до острова! Я-то здесь при чём? И мы теперь идем в гордом одиночестве, едем, то есть. Потому что пострадали некоторые. Вот кроме криперов у нас еще бывают скелеты, лучники. Больше никаких луков никому не дают. На этом острове. Да, кстати, спасибо спонсору нашего лука, ой, Драмику. Отличный лук был от его производства. Тут тоже вагонетки стоят. Классно. Так, надо с собой их забрать. Черт. Да наумал. Или... Вот это да! Только посмотрите, какая красота. Чувства, звуки такие. Это как будто зомбак ходит. Это фон. Походу его на острове зомбак превратил в зомбака. Бью. У Драмика фонит микрофон. Фонит. А давай фоткаться нас тут у нас. А да. Хоролук, когда фоткаться на фоне вот этой полтинника? А кто у нас фоткает? А, сейчас убью, прибежит и сфоткает нас. Да, я сейчас прибегу и сфоткаю. Сейчас, секундочки. Бур только найду свой, он у меня на дно океана упал. Так, а почему у меня ник не отображается надо мной? Так, я сфоткал. Отображается. Короче, ой, этот не вошел, как его? Полтишок не входит. Погоди, я тебя сфоткаю, ты че, куда пошел? Вот сюда вот надо, поближе подойди сейчас, этот. Полтишок не входит. Нет. А че? Так я же нас двоих фоткаю. Бинь-бинь. Я тут F5 нажал, короче. Вот рядом со мной становись. Куда побежал? Вернись назад, встань рядом со мной.
Во. Чик. Готово. Чик. О, еще факел так прикольно. Так. В общем, давай рассказывай, что тут у нас. Что интересненького у тебя есть? Я сделал цифру 50. О, как ты и просил. Классная циферка. Поучаствовать в юбилейном марафоне. Да, это наш юбилейный марафон. А где у нас не все участники? А вот и еще один участник идет. О, он весь в стрелах. А ты что здесь в стрелах? Ой, что-то он быстро бегает. Мне дамагает что-то меня. Убью. Ну ладно, вы пока разбираемся. А почему? Почему мне дамагает, я не могу понять. О, у нас маленькое дерево. Здесь, может, кстати, можно сесть было. Блин, ну что такое? Как так? Что случилось? Другие появился. Ты за... Блин. Ну ладно, я твой смот пробрал. Нет, я появился вообще непонятно где там. Где ты появился? На какой-то ерунде там появился. О, такие циферки 50 большие. В шахматном этом. Через них можно полетать. Так, сейчас я сотру. Да, можно. Ой. 5 сек. Иду. А что у тебя тут случилось с этим? С чем? Ах, блин. Беда, нас беда, там горчит. Прям. Я здоров, я вылетел. Нормально все. Нормально сейчас все. Сейчас я лодку здесь поставлю, а вот, то есть вагонетку. Я даже боюсь спрашивать, потому что после этого вопроса я вылетел. Что с этим случилось тут? Такой взрывчик прикольный. Меня не сажает. Где? Просто... А что, сервер завис, что ли? Меня не сажает в лодку. Ничего не завис, все нормально. Ну, меня кратковременно выкидывало, видимо, у нас этот. Хотя нет, я же напрямую подключен. А меня не сажают в этот вагонетку. А, у тебя же этих нету штанов, да? А там что, штаны нужны? Да, без штанов так медленно бегает. Опа. Нет, он не, он же должен сажать вагонетку, когда на кнопку наступаю. Должен, да? Так он не сажает туда его. А просто так сесть можешь? Не могу. Подожди, попробуй сейчас. Меня пытались убить. Не могу просто так сесть. Нажимаю правую кнопку, он нифига не реагирует. Походу сервак надо перезапускать, да? Не думаю. А почему так глючит-то? Ух ты, карьерчик работает, мана. Да, заработал. Фига себе. А, он что-то... Короче, в чем была проблема? Раньше я ставил, видишь, длинные такие эти трубы к этим вот двум помпам. Да. И оказывается, они не справлялись, в конце концов, выяснялось. Потом я, ну, сначала деревья этим, каменные трубы поставил. Потом вот золотой провел к ДВСу, все равно не справлялись они. И он бабахал у меня в конце концов. Поэтому у меня такая дрень тут. Драмик. Это называется взрыва 2-3 тут ДВСов. Конец океана. У меня конец океана. Теперь я поставил напрямую один. Конец океана. Да. Помогите. Эта темнота увлекает за собой. Я в срезе вижу. Я вижу в срезе наш остров. Кстати, как там черепахи все пробуют. Вот, кстати, ребята, если с этой стороны смотреть, то получается, что я написал 0-2 вообще. Позвонив в полицию, да. А что такое? Мне не работает вагонетка. А почему так? Да ладно, тут карьер такую штуку строит. Инопланетная какая-то фигня летает, типа глаз там, блин, где же... А что, у вас карьера не было, что ли, вы что? Нет. Гикса не делал карьер? Он делал. Но тебе не показывал, да, видимо? Так, Гекс. Ну давай снимем с тобой, пока он там... Вот, походу вчера... работает эта штучка. Ты да, все, я перезашел в игру и нормально все стало. Лодки ездят там, больше я не падает. Лодки, говорю, вагонетки ездят. Все классно, да? Да. Надо просто перезайти. Опа, опа, хрюк это. Меня пытаются убить. Бегу Гекса встречать. Давай. Бегу, блин, что ты там бежишь, не бежишь. Сейчас. Встреча. А вы что там, карьер там пока смотрели, да, как работает? Вниз. Да? Сейчас, хобот. Сейчас я Гекса встречу, шмот ему отдам, вместе глянем, что там. Давай, давай, глянем вместе. Давай, Гекса. Да вот еду, я пытаюсь еще под помогать там. Че ты помогать пытаешься? Ногой-то отталкиваешься. Подталкиваю.
О, пролетел над нами неопознанный объект. Да что такое? Ух ты, какое попадание четко! Ну что за фигня это сейчас была, я что-то не понял. Точно, башку. Хедшот что ли был? Я тебя с упреждением подстрелил, я тебе помогаю, подталкиваю. Таралок, слышал, он сейчас в меня стрелял из лука, а тут еще лучник впереди стоит на дороге. Уйди, нахуй! Уйди! Отрендеришь потом звук. Отрендерю, да? Куда деваться-то? Драмик, отдай мой барахло. Чернослов. И не убивай меня больше, ёлки-палки, я ж тебя не убивал. Пойдем к Грозному заходи. А ты мне шмот-то мой отдай. А чего у тебя тут гуляют, блядь? Один там к вам бежит сзади в золотой броне. А чего у тебя эти гуляют? Свиньи всякие. Где в золотой? Гексону приближается. Ты чё, комментатор футбольный? Да-да, зомби против Гексона. Первый зомби. Киржаков, полский этот Киржаков. Он кусок зомби мяса. Против Гексона. Ох, Драмик, давай посмотрим, постой здесь. Сейчас, точно, да. Да. А подожди, я маленько ему буду подсоблять. Я победил. Подсобляем, ты чё? Давайте я сожру. Еще выживет. Я не, ну ты того-то не понял. Ой, спасибо. Зачем ты это сделал? Ты что сделал? Спасибо большое, ты меня спас. Дайте мне мой шмот, ребятки. Криперочек, ну-ка попаду, нет. Далеко. Шмотки дайте мне мои. Перелет. Дай шмотку, я не могу залететь наверх. Погоди, погоди. Шмотку дай. Так, погоди. Я крипера хочу завалить. Так, уважаемые зрители, мы после некоторых конфузов продолжаем съемки. Сейчас мы добежим до места события. Тут уйди! Твоя голова! Голова Свиборга. Че моя голова? Она пипец вообще как-то пугала меня. Я шкурку еще когда поставлю. Ну да, мы как-нибудь шкурку сделаем, пока не можем сделать. А, покушать надо, все, кончилось. Че ты столько, кстати, мне тоже кончилось? А потому что он не может на одном этом добежать. Не хватает. Угу. А вот и остров Харамога. Да. О, тут 50 написано. Ну ладно, это мы сделаем. Да, мы сейчас вот фоткаться будем. Надеюсь, на этот раз мы нормально сфоткаемся без всяких зомбаков тут. Самое интересное, ты себя, наверное, не видишь, да, как ты здесь торчишь? Или видишь? Харалук только здесь стоит, и все. А, понятно, ты вот это вот не видишь, значит, да? А, слушай, даже мечом не бьется. Ой, эта штука прозрачная, что ли? Смотри, на эту штуку не могу залезть. Я тут, чебураторы. Да. Да, вот смотрите, уважаемые зрители, это карьер. О, я снимаю тут... снизу. Где? Смотри, там карьер. Что-то не убило. Карьер снизу снимаешь? А он может убить. О, Гексон, Гексон, погоди, вернись обратно. Я сниму двух Гексонов сразу. Да куда вернуться? Встань вот сюда вот, где я, видишь, стою сейчас? Да, вижу. Ага, вот здесь встань. А куда смотреть? Смотри на меня. А он может убить, да? Так, чуть назад отойди. Угу. Так, вот теперь на меня смотри, вот так вот. Нет, по-моему, не может. F2 нажми, там скриншот будет. Нет, он похож... А с какой стороны вот этот Гекстар? Вот этот? Он да? Стоит вот так вот. Тут стоит? Он справа от тебя стоит. Вот так вот стоит. Да. Ой, давайте я вас сфоткаю, подожди. Давайте! Групповое фото, давай. Чик, гад. Спасибо. Привет, Гекс. А дайте втроем на вот около этой 02. Ты че здесь 02 нарисовал? Позвони в полицию. Ты псих, о, что ли? Мы еще... Гексон. Пацаны, тут еще один Гексон у меня застыл. Еще один? Сколько их тут расплодилось? Вот он в воздухе висит. Где? Так, подожди, а вот... передо мной прям. А я... Ножку наклоню такой. О, да, в таком же шлемаке с мечом. Давай, ну-ка, посмотри на меня. Да, в общем, он был здесь, да, я помню. А потом исчез. Чуть в сторону. Обратно. Да, вот так вот. Вот. Нет, назад. Встань вот так вот, Гекс. Вот так вот примерно. Вот так вот. Mm-hmm. На самый уголок. Oh. Так, вот встал. Нет, я думаю, если мы сейчас просто убьем вот здесь, нормально? Вот так сейчас застрянет, потому что я его не вижу. Не знаю. Если F2 нажму, это еще один файл будет? Да. Окей. Пойдет.
Че, давайте втроем вот так смотрим в ту сторону, куда я. Я сейчас F5 нажму и сфоткаю нас троих. Какую напротив. Сторону? Ну вот, куда я смотрю сейчас. Ну чтоб лицо у нас... Вы что-то близко ко мне прищемились так. Ну это, ты теплый. Ты теплый? А что у нас шлемаки всех разные? Да-да-да. Все, он нафоткал, короче. Да? Да. Ну все, расходимся. Расход. А, расход, говорю. Что значит расход? Как-то свою ферму, по-моему, там по плану. Сейчас, подожди, бумажку достану. Так, смотрим ЖД, ЖД смотрели кактус. Кактус у нас там по плану. Ну вот я запустил в очередной раз еще эту карьер. Это кактус. Тест-драйв карьера. Да, классный карьерчик. Пойдем смотреть кактусы. Ну простой карьер, что. Так, кто корову сюда пустил? Свободно. Очень-очень клевый карьер. Обычный карьер, без меток. Это у нас экскурсия, в общем. Вот, и я увеличил свою, конечно, ферму кактусов. А, по-моему, еще до того, как драмик сделал свою. У нас три вся стеклянная стала, презентабельная стала. Это я сделал для наглядности. И, кстати, вот, уважаемые зрители, хочу заметить, что у него растут кактусы без всяких факелов. Потому что они не нужны. Да. Ну вот, а каждый факел, да, если вы видите вот там вот, да, на стенке, каждый факел это уровень кактусов. 9 на 8, примерно. Это глубина что-то... там вниз так? Раз, да, 15 уровней, насколько я посчитал. Посчитай факела, это столько уровней есть. Я без очков не разгляжу, столько факелов. Мне надо поближе. Что-то тут глубоко, ты можешь спуститься прямо отсюда, если джетпак есть. Вот так вот прыгаешь. Там лестница до самого дна тоже, конечно же, есть. Да, я вот сейчас по лесенке спускаюсь. На стандартном месте. У тебя ферма стала глубже, слушай. До дна. Тысяч. Мы спускаемся в секретную лабораторию. Есть некоторые потери, естественно, блин. А, все, разобрался. Я тут пытался быстро упасть туда. Быстро упасть? Это вдоль подъема, вдоль трубы он надо было падать. А, вот она, труба. Сверху красиво смотрится. А где сверху красиво? Да, я откуда мы смотрели, где? А как он туда залез? Нет, я наверх просто подлетел по середке, примерно. Чё случилось? Кого это? Не знаю. Это меняет меня. Нога, да, действительно, красиво. Да. А нельзя где факела с той стороны, допустим, залететь? Нет, ты повыше взлети просто, до самого верху. Надо разбить стекло и лететь туда. Не, да я хочу так, не разбивать. Так, нет. А, нельзя, да? Окей, а, погоди, просто... сюда, в самый верх поднимайся. Этот же залетел. Я специально, да, в самом верху у меня тут технологическое отверстие есть. Вот. Жест. У тебя тут сплошные технологические. Ого, смотрите. Вот это да, американская горка. Сейчас у меня, я вниз падаю так. Мимо кактусов. У тебя тут сплошные технологические отверстия. И нас сейчас засосет в трубу. Что значит сплошные? Знаете, копатель или как их там называют? Засасывает. Бур. Вот, вспомнил, бур. У тебя куриц мало осталось. Теперь не получается. Красота, смотри. Не точно. Трогаю моих куриц. Я не трогаю их. Я решил... Не надо в меня яйцами долбить. А о, чё, кстати, я... куры. Тут же у него клевые, замечательные куры. Дай-ка. Нет. Что там далеко до верха? Я использовал опыт. Дайте-ка это куре щипачу. Щипачку. Причем, как оказалось, потом. Я что-то у тебя мало куриц. Давайте пощипайте меня. Ай-я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 й. Щип-щип-щип-щип. Тип-тип-тип-тип. Кого что-то рассказывал? Курицы не дуры, они знают, что у тебя щипать нечего там вообще. Нига, не есть там что щипать. Там у меня есть что щипать. Осторожнее, курицы, как бы, чтоб не раздавило вас тут. Клюв шире открывайте. А чё? Я не понимать. Ах ты, блин, тут лучник. Лучник. Ты у меня не был же? Зачем ты туда? Поднимайся, там зоопарк у меня. Да, он не был, он даже видео не смотрел. Еще одно животное появилось в зоопарке. Криперочек. Но они все равно деспаунятся потом. А это что такое? А, тут еще такое. Что они там делают? Это зоопарк. Началось, блин. Кто зоопарк разрушает там? Так, кто-то меня... Это же драмик, блин. Интервьюируем животных, а? Кто-то меня стукнул. Нет, а зачем меня было бить, я не пойму сейчас.
Кто-то меня стукнул. Главное, я вообще смотрел в стороне, как там драмик, блин. Ага. Или кто там? Крипер ли? А меня били. Слушай, а зачем? А чё здесь так вот стекла как будто не хватает? Крипер, может, потому что врезался там. Или это не там? Ну не хватает и не хватает. Закончилось стекло, чё пристал, блин? А так симпатичненько, гламурненько. Погоди, его хватало же. Да, вот почему не хватает-то? Где? Сейчас меч достану и узнаю. Ну-ка расскажи мне, почему. Подожди, не хватает. Подожди, я его реально опять не трогал. Вниз почему не хватает, рассказывай. Да. Я тебе серьезно говорю, не трогал я его. Вообще вот серьезно говорю. Да, понятно, что ты его не трогал. Вот этот угол, что ли, имеете в виду, или что? Вот этот угол, что ли? Да, там такой. Да крипер, потому что там взорвался, блин. Так я и говорю, а взорвался он почему? Потому что здесь у вас у тебя новое животное появилось. Животное, потому что там одно бегало. Они не поделили между собой. Сейчас починим. Ой, а где это я оказался? Я что, по ту сторону стекла этого оказался? Да, живи теперь за там. За стеклом. Еще стекло? Животное. Как так? Я же здесь не был, это же секретные какие-то места могут. О, это смотрите, кактусы так медленно плывут, а хочется смотреть на них и долго-долго смотреть. Ага, да, это есть такое. Куда им торопиться-то? Они прям гипнотизируют. Релакс. Да, прям гипноз такой, смотрите. Я не вижу смысла их разгонять вообще. У меня аппетит просыпается. Они на киви похожи сверху. Блин, опять началось. Век киви 2, что ли, будет у нас? Что-то нет, не будет. Это зачем? Это не век киви, это полтинник будет называться у нас. Полтинник киви. Так, все, ведутся строительные работы. Где? А все уже закончили. Драмик у тебя строит новую хайновую хибару. Так, Оле, ну хорош, хорош. Он выжил, прикинь. Хороший. Давайте брать. Без насилия больше, все. Надо было мне помочь тебе, надо было хоролобы забить кактусом. На смерть. О, классик, да? Слушай, классный вид тут. Такой пентхаус, ёпта. Вообще пентхаус, капец. Лава. А, нам надо будет лавы добавить. Прям сейчас? Нет, не сейчас, вообще. У нас там... Я вам налью потом лаву. Лаву понастыкаю. Ага. О, тут, слушай, дырка у него. Отверстие! Да, отверстие. Дырка, блин. Грозный, куда у тебя стрелы складываются? Кости там. Кости? Да, потому что я на вас. Я на ваших угодьях, сэр. Да. Наковырял. Вот здесь вот хранятся биоматериалы. Ага, биоматериал, кости. Тип. Почему корова в лаве не горит? Подобное. А стрелы вот здесь вот. А, все, что-то. Подожди, кактус. Не используется. У меня два кактуса оказалось. Ну ладно, это значит биоматериал. Ну, ползал там, наверное, где-то подцепил кактусовую болезнь. Заразился кактусом, блин. Срамота-то какая. Общался? А, я снова зацепил. Че там зацепил-то, не понял. Кактус, кактус. Иди в коллаву прыгай, там обезвреживается. Обеззараживание, пройди там. Или курам, они все выщипывают из тебя. Все, все, я это. Ты всё, это? Пролечился. Не подходи ко мне, если ты это. Нет, я все в лаве искупался по пояс, все нормально. Так, в общем, поехали дальше. У нас по расписанию фото у букв этих. Так, мы сфоткались. Дальше рассказ на букву О идет. Со стороны 02 мы фоткались, да, уже? Пойдем мороженку нет. Покажем. А, пойдем мороженку покажем. Просто пошли, ты нашу мороженку видел, нет? А мы со стороны 02 не фоткались. А может не будем 02 фоткаться? Какой-то он не очень. 02. Вот здесь вот. О, зомбак идет. Зомбак сжигает. Я сейчас буду снайперские эти свои. Во, видал, как крипер крякнул? Не. Пошли, посмотрим мороженку. Мороженку пойдемте посмотрим. У меня две эти вагонетки есть. С собой. Могу дать кому надо. Че, на вагонетках пойдем, что ли, не торопясь? Ну а че, заодно созерцать? Ну поехали созерцать, давай мне вагонетки.
Так, вот я сейчас держи. Тоже возьму транспорт. А вот есть, есть у меня есть здесь. Грозный. Тут есть уже. О, пачки. Да кого это волнует? Что у вас там есть? Я только не понимаю. Каждый уважающий себя автомобилист должен иметь свой транспорт. Я уже погнал. Железнодорожный. Ну, ладно. Туф-туф-туф. Туф-туф-туф. Я не понял, что там паук. А у этого проблемы? Нет у меня никаких проблем. Я думаю, как здесь тронуться. А, все, понял. Блин, как же это? Как первый раз, блин. Как здесь тронуться? Так, у меня небольшие проблемы. Я уже тронулся, можешь не перестать. А кто поджег рельсы-то? Да. Я упал, короче, стрельнул в сам себя тут и упал. Красава. Еще раз ты упал и сам себя стрельнул с тобой. Чего просто ты прям вредим? Упадет точно он. Да, он точно сейчас упал. Догоняй, вагонетку кинуть тебе. Давай. А ты куда кинул-то? Подожди, осторожно, вагонетка на дороге. Где там? Ты, а чё ты там сел и сидишь? А вагонетки нету. А вот вагонетка освободилась. Я не успел. Караул! Пока! Моя, короче, без меня уехал. Я хочу посмотреть, что там происходит. А, спасибо за вагонет. Хоролок просто назад поехал нечаянно. Отправился в обратную сторону из-за этого. Да? Да. Вагонетка от него отскочила и в обратную сторону поехал. Надо было, знаете, толкнуть обратно. Я не успел его убить просто. Какие-то штуки непонятные, зеленые валяются. Какое-то животное возникло на железнодорожном пути. Тут яйца. Штуки как... лучник. Интересно, эта штука вся подбираться будет, вот который на рельсы накидал там яйца там. Ну конечно будет. Знаете, яйцом в лобешник. Ой, не в лобешник попал совсем. Мороженка, мороженка. Правда, надо было оформить там, пломбирчика сверху натолкать или что-нибудь. Да? Пенки сверху наделать, что ли? Кого? Пенки сверху наделать. Да. Че, Хоролок, едешь, нет? Нет, конечно. Я что, зря рельсы поджигаю здесь? Нет, уехала сама. А ты что, слез, что ли, с нее? Она уехала, я не успел залезть. А вы что, уже здесь, что ли, пломбир смотрите? Конечно. Да елки-палки, я тебя жду, пока ты приедешь на вагонетке. Так он же моментально умеет перемещаться. У меня телепорт есть. Мороженка, мороженка. А, кстати, вот и мороженка наша, вот, уважаемые зрители, смотрите. Да. Вот эта вот воронкообразная штука, это мороженка. А вот это полтишок, который на мини-карте вы можете наблюдать. Из-за твоего огня тормозит. Нет, не должно. А, он сейчас пену накидывает. Нет, тупит, блин. Mm-hmm. О, точно мороженка. Сейчас ты сразу запасную тележку... Они обратно уезжают, смотрите! Стой! Не истери её! Как ты приехал вообще? Как ты так сделал, что они обратно уехали? Это... Так. Я куплю шильд. Что-то я опасаюсь, что у меня не хватит шерсти на мороженого не хватит. А давай я тебе ещё притараню шерсти. Ладно, смотри, там у овечки лежит. Сейчас. Там, по-моему, должно быть много. Сейчас-то всех принесу. Тащи сюда всех баранов. А что это за цифра 15? 15? А, нолик еще. 0,5? 0,5 нарисовано. Нормально у нас все 50. Ну сверху, да? А, вот с этой стороны 50, а с этой 0,5. Я принес пенку, кто там? Ну у кого 0,2, а у кого 0,5 там? Принес за пенивый давай. Я тебя вон выкинул. Кто? Да, Хоролок, держи, я тебя поможешь запенить. Нет, на. Я не могу. Вон. У меня аллергия на пену. А что ты один стак-то принес? Два, три стака принес. На, еще держи. А там что, все больше не было, что ли? Три стака всего было. Хоролок за тобой лежит. Эх. Че, псих, что ли? За мной ничего не лежит. Да, я подобрал уже, потому что...
Так. Потому что. Хоролук, говорю, я постоянно тебя путаю с драмиком. Кстати, да, зачем заполнять весь объем шерстью? Да. Когда можно только купол сделать. А зачем нам купол? Вам шерсти не хватит, блин. Но мы сейчас уберем тогда вот это вот. Вообще-то хватит. В принципе, вот я так сделал, симпатичненько вполне, по-моему, получилось. Тающее мороженое. Да. На самом деле у нас тут не зимний биом, не снежный, поэтому оно тает. Так, подожди, еще сейчас один столбик сделаем. Сейчас, подожди, оно капает, короче, с края. Сейчас, куда оно капать будет? Сейчас, подожди, сейчас еще. У меня кончилась шерсть. Ну, печалька. Все? Да, все печалька. Нет, что-то мой этот не очень мне нормально нравится. Нормально все, потому что оно у нас... Нет, что я слишком снимает? Высокий столб сделал тут. Сейчас я топором же, да, его рубить легко? Ну, мороженки всегда топором рубятся. Да. Так. Чуть долго рубится, слушай. А он все, любым кончился. Этим инструментом долго рубит. В общем, оно как-то так вот тает. Да, я думаю, ты это лишнего сделал. Почему? Вот смотри, сейчас я добавлю сюда вот эти всякие штучки. Ну, типа это всплеск такой пенный. Да. Какая-то заноза какая-то. По центру, ладно, вот видишь, оно там тает. Ну ладно, пусть тает вот. Пока вот такая вот растаявшая мороженая. О, норм. Классное мороженое. У нас фантазия, как бы это, норм. Паша. Да, дизайнеры. Ну чё, мороженку мы посмотрели, давай теперь рассказ на букву О. Я бы дизайнеры пошел, пусть меня научат. На букву О? Да. О, еще, слушай, два эндера еще тут. 22 пороха насобиралось. Офигеть. Грозно, представляешь, у нас это эндеры ловят. Пожалуйста, снизу 0,2. Опа. У вас вообще очень универсальная фигня. У нас трех знать трех. Снизу 0,2, сверху 50 и 0,5. Да, если сбоку посмотрите, единичка будет. Еще и 20, если с другой стороны посмотреть. Картошка. Фантазер вообще капец какой. Еще 20. Тут реально, смотри, ну вот. Ой, я утонул. Да, смотри, 20 я нашел. А еще со буква, со. Разворачиваешься, 0,2. С там можно написать. Пацаны, когда вот вы когда ходите с башкой заданной, оно так интересно смотрится, вот посмотрите. Давай. Ну-ка, походи с башкой. Смотри, в драме голова. Посмотри, снизу. Да, это перелом позвоночника. Так, я сейчас маленько тут раскладываю. У нас же мороженка является... по совместительству этим дроп-генератором. Дроп-генератор, да. И она ловит эндерменов. Кто? Мороженка наша ловит эндерменов, собирает жемчуг. Много уже наловила вообще. Ну, немного, но наловила. Погоди. Надо посмотреть в основание, я что-то не понял. Да, что там ты... происходит. Очень, наверное, интересная... Там да. спецчерепашка стоит. Да, убиватор. Черепаху убиватор. Даже опыт мне дала. Да. Недавно кого-то. Кстати, а я сблизи-то не показывал эту штучку. Надо поближе подлететь, посмотреть, тоже показать. Основание мороженого. Да, я тут немножко перепилил. Ну вот стоит черепаха и не программа. Немножко перепилил утилизаторы. Убиват всех называется. Не понял, почему выпадает? А что ты перепилил? Я что-то не понял. Я перепилил утилизаторы здесь. Блок утилизации. Я не понимать, а почему он выпадает там? Драмик это, давай рассказывай стишок, и у нас как бы программа завершается уже. Время. Я же сказал, не стишок это, а рассказ. Рассказ, да, рассказ. Да. Однажды, обозревая местность. А,
Ты там поставишь плюс 16, да? Да. Однажды, обозревая окрестности Онежского озера, отец Онуфрий обнаружил Ольгу. О, Ольга, отдайся Озолочу. Ольга отдалась. Отец Онуфрий обманул Ольгу. Обозленная Ольга огрела отца Онуфрия оглоблей. От того отец Онуфрия калел. Все. Жалковато как-то получилось в этот раз. Да. Весело. Чё-то он там... Он что-то скостил, блин, где-то. Срезал. У меня подозрения такие есть. И когда первый раз слушаешь, просто говорят, что он такой большой, там, длинный. А озеро было Онежское, нет? Да, он сократил где-то там не раз, по-моему. Онуфрий обнаружил обнаженную Ольгу. О, обнаженную уже, понял, блин? Уже слово добавилось. А до этого что было? А до просто этого Ольгу что? Обнаружил он до этого. Вон оно что? Я тут попутно решаю инженер. Он косячит. Ты, типа ты для галочки, да, значит, сказал? Да? Нет, я не многозадачный, я тут попутно решаю эту инженерную задачу. Как сделать, чтобы у меня не выкидывалось это? Я вот смотрю в список наш, и там что-то не вижу никакого инженерного задачи. Да? А я вот смотрю... А решать ее надо. Во всякие сундуки не вижу здесь. Кого не видишь? Иридия. А, Иридий, он не здесь, он в сейфе. Чтоб Гексу не пришло в голову иридиевые блоки вымостить им пол. Распилить, скажи. Да, распилить на пластик. Потом вымостить. А, ты так хотел сделать, да? Что, он экономит, он распиливает потом на пластинки. Да. Нет, я вообще хотел сделать... То есть я делал из алмаза, но... Не одобрили некоторые лица. Алмазный потолок. Пластин алмаз. Что случилось-то? Ну, он сказал, что не одобрили. У тебя, говорит, вкуса нет там дизайнерского, что-то такое. Кто бы это мог сказать? Кто такое мог про тебя сказать вообще? Что за зверь такой? Вообще, зверь. В общем, уважаемые зрители, спасибо, что нас посмотрели. Это была юбилейная наша серия. Как бы очень здорово, что мы как бы досняли до 50-й и все это растянули, весь наш сериал. Еще пока... растянем. И пока не видно ни конца, ни края этому акту вандализма. Этому акту трэша и угара. Чего? Пошути, ладно, вырежу потом. Ладно, суда поставьте. Я молоко обратно выплюнул. Угар придется убрать, как хочешь. Тут без вопросов, это все-таки могут дети посмотреть. Ну, еще услышат слово угар. Они же не поймут, что там такое происходит. Вы, кстати, знаете, что такое сад? Как бы да. Ясно. Это... Пам-пам. Да. Булочки с изюмом. Типа того, булочки, да. Сейчас у нас новые Содом и Гоморра, это Франция. Однополые браки разрешили. В общем, у нас разговор уже ушел в другую русло, не будем пропагандировать. Что, серия не закончилась, что ли? Да. Нет, как бы закончилась, просто надо сказать там всем пока. Пока, уважаемые зрители. Драмик, Хралук. Да, всем пока. Хралук. Да, всем пока. Всем пока. Пока.